Привет, друзья! Сегодня сделаем восьмерку из длинного шарика шиде. Наполним шарик воздухом. Оставим хвостик небольшой, 2-3 пальчика. Завяжем шарик. Желательно оставить хвостик подлиннее. Вот так. Изготовим верхнее кольцо восьмерки. Скрутим шарик. Раз. И завяжем хвостик. Теперь скрутим шарик. Два. Скрутим шарик. Три. Такую же маленькую сделаем часть. Чуть больше. Вот так. И сделаем нижнее кольцо. Здесь хвостик можно завязать сразу. Так будет удобнее. Вот. И теперь нам необходимо связать хвостики между собой. Раз и два. Расправим детали. Так. Вот так. Ну вот и все. Восьмерка из длинного шарика ШДМ готова? Пишите нам, дорогие друзья. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун.